Дорогие друзья, уважаемые подписчики, вас всех приветствую на канале «Новый Лада Тольятти». Меня зовут Денис, а сегодня мы находимся в очередной раз на автовозной площадке, откуда у нас отправляются наши автомобили нашим дорогим клиентам, покупателям в другие города, регионы и так далее. Отправляем автовозом, отправляем эвакуаторами, отправляем своим ходом, доставляем своим ходом, поэтому как хотите, доставляем автомобили своим клиентам до подъезда в любой город. В общем, сейчас мы привезли сюда автомобиль «Лада Гранта». В кузове седан, автомобиль, значит, у нас белого цвета, комплектация комфорт. Комфорт наш на полных дисках. Недавно я делал видео, где выкладывал свои автомобили, которые были именно в кузове лифтбэк по хорошей цене на этой неделе, и также показал пару автомобилей в комплектации комфорт. Один из этих автомобилей сегодня у нас отправляется в город Ставрополь. В общем, друзья, своему клиенту я уже сделал обзор автомобиля, я уже оформил автомобиль, скинул все документы, все как полагается. Также пробил автомобиль по лакокрасочному покрытию своему клиенту. Вот, и сейчас, в принципе, привез на автовозную площадку, решил вам заснять, показать этот автомобиль, рассказать по комплектации, озвучить стоимость, ну и, соответственно, вот буду сейчас его сдавать. Значит, автомобиль комплектации комфорт. Наружу зеркала окрашены в цвет кузова, идут с повторителем. Ручки двери окрашены также в цвет кузова. Две подушки безопасности, штатная музыка, четыре колонки во всех дверях, кондиционер, подогрев передних сидений, два передних стеклоподъемника, электропривод и обогрев наружу зеркал. Вот так вот, дорогие друзья. Стоимость этого автомобиля составила 835 тысяч. Вот так вот. Поэтому, друзья, кто хочет, заказывайте, отправляем в любой город. Напомню, этот автомобиль у нас уезжает в город Ставрополь. Всем вам успехов, друзья, пока. Заказывайте автомобили в компании «Новый Тольятти». Да, кстати, дорогие друзья, забыл сказать. По кредиту, по безналичной оплате с НДС, по лизингу также можете забирать этот автомобиль. Всем удачи.